Маршал Советского Союза. Воинское звание в советских вооруженных силах. Введено 22 сентября 1935 года. Маршалами во время Великой Отечественной войны были Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский, Александр Михайлович Василевский, Родион Яковлевич Малиновский, Леонид Александрович Говоров, Иван Степанович Конев, Николай Герасимович Кузнецов, Кирилл Афанасьевич Мерецков, Семен Михайлович Буденный, Климент Ефремович Ворошилов. Всем им мы благодарны за великую победу. Их вклад неоценим.